Доброе утро! С вами Татьяна и полная практика прощения с Green My Life и Ярослав Мудр Воронцов. И сегодня я хочу с вами поделиться своим предвкушением приятных моментов, которые сегодня вот запланированы у меня. И это предвкушение меня уже радует, и я в ожидании, в неком ожидании того, что будет, насколько это будет приятно. И это касается следующего, то есть мы собрались как раз на празднике родственниками все вместе, ну, часть их вместе, и сегодня будем с друг другом делиться своим опытом. Например, что я умею делать массаж всего тела, где прорабатываются зажимы, то есть прорабатываются и чистятся каналы вот, энергетические. И плюс ко всему человек расслабляется, расслабляются мышцы, улучшается лимфоток по телу и ну, меняется состояние. То есть те, кто был у меня на массаже, всем нравится. И вот я, например, буду делиться вот своим таким навыком, умением. Для меня будут делать массаж лица с масочками. Девочка у меня, наша родственница, она косметолог и делает массажи лица. Вот, и я прям очень в предвкушении того, что будет. И, насколько я знаю, это очень приятная процедура. И она также хорошо влияет на кожу, на, ну, кожу лица, так сказать, да. Плюс масочки. Я это очень люблю, эти процедуры. Я хочу сказать, что вот такие вот моменты, когда мы уделяем друг другу внимание, а также когда мы сами выделяем на себя время, вот какой-то кусочек, и тратим его именно для себя, для своих удовольствий, для того, что нас радует и вдохновляет. И это, я вам хочу сказать, меня очень радует, меня это вдохновляет на день. Это такие приятности для себя. И это очень важно их делать. Плюс ко всему, у нас так получается, что мы делимся друг с другом. Я своими умениями, со мной другими. И это всем нам приносит радость, создает некое такое тепло между нами, да. И мне это безумно нравится. Это некое проявление заботы, любви. Это для меня так. На что я думаю, многие готовы, да? Многие готовы этим делиться и помогать окружающим. Чего вам желаю? Желаю вам вдохновлять своих близких, делиться тем, что вы умеете, знаете. И в вашу сторону всегда будут также открыты двери, и они также будут вам помогать и делиться тем, что они умеют. Это всегда приятно и всегда радует, когда близкие люди к тебе открыты, когда вы можете друг другу помочь, сделать что-то приятное, хоть какой-то минимальный такой, но приятный момент. Это всегда приятно. Поэтому делитесь своими знаниями, своими умениями, вдохновляйте людей на это, показывайте правильный пример того, как стоит жить, как стоит заботиться, любить, проявлять все эти качества. Желаю вам хороших праздников. Еще у нас Рождество в преддверии. Вот мы ожидаем наш праздник Рождество. Желаю вам его провести в кругу близких, любимых людей и радовать их так же, как они будут радовать вас. В общем, вдохновляйтесь, радуйтесь каждому дню. На этом все. С вами была Татьяна, полная практика прощения с Green My Life и Ярослав Мудр-Воронцов. Живите на яркой стороне. Я знаю, и ты знаешь, ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас. Пока.